трудовой книжке каждого из приглашенных в этот день в администрацию Московского района отмечен долгий путь в десятки лет в системе образования. Каждый из этих людей пришел в профессию по призванию, начинал с самых азов и поднялся к вершине. Я работаю уже в школе очень давно, более 40 лет. По профессии учитель русского языка и литературы. Считаю, что профессия, мой предмет очень важен для формирования личности учащегося, потому что русский язык и литература – это необъятные просторы для формирования именно духовности каждого человека, а это очень важно. В этой профессии я уже 15 лет и ни капельки не жалею об этом. Ты понимаешь, что время потрачено не зря. Каждый ребенок – это работа, и результат виден всегда. Их труд был отмечен на самом высоком уровне. И в этот день 15 педагогам были вручены грамоты Министерства образования Республики Беларусь. Во-первых, глаза детей. Ты приходишь в класс, видишь их, вот, получаешь энергию, силы. Знаете, как певцы на концертах, вот так и мы, учителя, войдя в класс, получаем вот эту энергетику от детей. Начинала с помощника воспитателя, прошла все ранги, наверное, нашего дошкольного мира. Ну, сегодня, я считаю, и проработавши столько лет, ну, наверное, это моя любимая профессия, которой я отдала свои лучшие годы на сегодняшний день. И считаю, что самым маленьким детям, нашим воспитанникам, создавать те условия, вводить в новый мир познаний, создавать им комфортность – это моя миссия по жизни. Я этим горжусь. А мы гордимся теми, кто ежедневно находит в себе силы работать с полной самоотдачей, вкладывая все свои знания, умения и сердце в каждого ребенка. В системе образования Московского района много талантливых профессионалов, благодаря которым она ежегодно показывает высокие результаты на уровне всей республики. У нас двое учителей награждены, это заслуженный учитель Республики Беларусь, да, 88 награждены народным знаком «Выдатник Адукации», а также 5 награждены медалью Франциска Скорины. Поэтому в преддверии Дня Учителя хочется также всех их поздравить с персональным наступающим праздником Дня Учителя. Все-таки у них особая миссия – это заниматься, скажем, обучением детей, ведь и ученики всегда же говорят, да, что наши школьные годы – это лучшие или самые чудесные годы. Накануне Дня Учителя Московская администрация старается поздравить и поблагодарить всех педагогов за их колоссальный труд. Ведь работа учителя видна порой через долгие годы, и ее важность не только в том, чтобы дать ценные знания, но прежде всего воспитать неповторимую личность и человеческую душу. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.